Мордовия оказывает всестороннюю помощь и поддержку защитникам России. Мы гордимся уроженцами республики, которые отстаивают независимость нашей страны. В начале встречи Владимир Чебиркин обратился к военнослужащим. Сложная служба, ответственная служба, важная, но вы герои, настоящие вот патриоты не только вот малой Родины, но и всей великой России. И сегодня какое бы мероприятие ни проходило, что бы ни делали, все мы Всевышнего просим, да, чтобы быстрее закончилась эта операция СВО, и чтобы вы живыми и здоровыми вернулись в нашу республику Мордовия. Участники специальной военной операции рассказали, как проходят их боевые будни, об обстановке на месте и дислокации. Обсуждались вопросы, которые волнуют бойцов, поступившие во время беседы просьбы, взятые на контроль. Очень много делается, да, чтобы ваши семьи, ваши родители, ваши жены и дети не испытывали никаких проблем. Особое внимание уделяется сейчас обеспечению защитников Родины всем, что им нужно в боевой обстановке. С начала спецоперации депутаты госсобрания поддерживают земляков, которые находятся на передовой. Перечисляют средства в региональное отделение Фонда мира, участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов. Большую помощь оказывает Владимир Чебиркин. После встречи председатель госсобрания от себя и своей семьи передал бойцам автомобиль УАЗ для использования в зоне боевых действий. Вещь хорошая, нужная, нам очень сильно пригодится. В мордовский батальон также отправится партия БПЛА, закупленная коллективом региональной прокуратуры.